Ванька Жуков, отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Принеси! Шел вон, дармоед! Ванька! Ванька! А она взяла селедку и ейной мордой. Ванька! 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 Увези меня отсюда, а то помру. Увези. Хотел было пешком на деревню бежать, да са. Сапогов нету, морозу боюсь. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. А Москва — город большой. Дома все господские. И лошадей много, а овец нету. И собаки не злые.
раз я видел, в одной лавке крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу. И видал, которые лавки, где ружья на манер бариновых, так что, небось, рублей 100 каждая. Гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Дедушка, приезжай. Пожалей ты меня, сироту несчастную. А то меня все колотят. И кушать страсть хочется. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь. Хуже собаки всякой. Приезжай. На деревню дедушки. Thank you.